Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Рад сегодня всех приветствовать. Если меня слышно, видите картинку перед собой, просьба поставить плюсики в чате, отметиться, что у нас все в порядке с трансляцией, есть звук, есть изображение. Для тех, кто, возможно, первый раз сегодня включил наш обзор, вкратце повторю план, то, что мы обычно с вами рассматриваем на обзорах. Рассматриваем, как правило, ситуацию прошлого торгового дня с точки зрения выхода важных новостей и статистики. Отмечаем, как эти новости и статистика повлияли на наши основные инструменты. Также рассматриваем текущий торговый день, отмечаем главный и важный новостной фон. Ищем возможности для входа сделки, рассматриваем точки входа и цели по нашим операциям. Плюс мониторим уже текущее состояние рынка и текущие наши открытые позиции по инструментам. Так, ну что, вижу, народ у нас постепенно подключается. Комментарии. Возражений нету. Так, ну что, давай тогда начнем, собственно. Начнем с того, что, опять же, рассмотрим, что у нас вчера было в общем целом, да, новостной фон, влияние, ну и, естественно, индекс доллара нас на текущий момент интересует поведение. Вот, ну и сегодня у нас пятница, конец очередной торговой недели. Вчера у нас день был... С точки зрения динамики, да, волатильности ограничен, так как американская сессия у нас и Америка, да, не работала, соответственно, американская сессия не торговалась. Ну, то есть вчера рынок был достаточно тонким. Вот, ну и я вчера всем говорил, предупреждал, да, что могут быть даже и ценовые разрывы, если будут какие-то важные новости, данные, да, то есть, опять же, того же политического характера, скажем так. Вот, но, слава богу, обошлось, все было стабильно, в принципе, особо сильных каких-то потрясений, динамики не наблюдалось. Вот, в том числе и по индексу доллара, вчера у нас индекс доллара показал лишь незначительное снижение, всего лишь, да, опять же, связано именно с, скажем так, с давлением, да, и, ну и с отсутствием, конечно же, крупных участников американских на рынке. То есть только по этому фактору сегодня, естественно, сегодня у нас Америка выходит, да, вчера был праздник, вот, сегодня должно быть позитивное настроение, соответственно, сегодня у нас черная пятница, начало, да, активных распродаж. И, конечно, в том числе в Америке активная распродажа, да, подготовка уже, и я думаю, закупка будет различных товаров, подарков, уже вот такой вот предрождественский период, да, начинается активных вот закупок, скажем так. Ну и вот пятница, да, активная, это будет как раз один из таких поводов сегодняшнего возможного позитива, да, именно для американской валюты. Вот, посмотрим. Ожидания, в принципе, есть. Дальше только время, собственно, и открытие Америки. Ну, плюс, конечно, сегодня уже все-таки будет день пооживленней, чем это было вчера, да, вот, и посмотрим, значит, у нас в любом случае есть с вами ожидания, есть условия, при которых мы будем рассматривать открытие позиции, соответственно, также есть условия, при которых мы будем рассматривать, да, коррекцию наших позиций, уже имеющихся, да, или там, скажем, закрытие, будем ждать наших целей, скажем так, да. Значит, на текущий момент, да, если говорить о движении по индексу доллара, да, то есть индекс доллара у вас на этой неделе продолжил свое ослабление, и идет у нас процесс формирования среднесрочного минимума, да, то есть, ну, пока последний четверг, пятница, индекс доллара стоит в общем целом на месте, без каких-либо изменений. Конечно, здесь ждем открытия Европы, Америки прежде всего, которые добавят все-таки динамику. И для того, чтобы были сподвижки в сторону роста американской валюты и возобновления спроса, конечно, здесь мы будем обращать наш взгляд, да, на один из главных факторов, это долговой рынок
облигаций, да, соответственно, казначейской бумаги, десятилетки, тридцатилетки, и будем наблюдать, мониторить за доходностью, да, соответственно, для того, чтобы появился все-таки спрос, да, и ралли по американскому доллару, то есть мы должны увидеть все-таки положительную траекторию роста, да, долгосрочных ставок в плане роста доходности, да, облигаций. Вот. Пока, к сожалению, эта неделя, да, начало, прошлая неделя, предыдущая, да, тоже показывала нисходящую траекторию, да, в плане снижения доходности и, конечно же, давления на американский доллар происходило. Вот. Ну и, конечно, теперь мы уже рассматриваем следующую неделю, да, именно в плане формирования вот того самого минимума, который мы уже ждем, да, вторую неделю ждем формирования среднесрочного минимума разворота и движения уже в рамках все-таки нового основного движения. Вот, но вот пока, да, вот в связи с такими вот определенными, скажем, потрясениями, связанными с политикой, да, и с долговым рынком, фондовым рынком, да, бегство капитала, да, идет уже из фондовых площадок, да, рынков, то есть уже бегство в более надежные инструменты, ну вот в этом случае, конечно же, мы вот наблюдаем такое вот ослабление индекса, да, соответственно, ослабление против корзины из национальных валют. Вот, поэтому здесь вот этот фактор, мы за ним будем смотреть, наблюдать, мониторить и дальше уже, конечно, делать определенные выводы и ждать, конечно же, формирования минимума и возобновления спроса на американский доллар и, конечно же, ралли по доллару. Вот, ралли, который позволит, конечно же, не только единоразово, скажем, однодневно укрепить американский доллар, а уже появится определенная траектория роста, да, там, ну, в том числе в среднесрочной перспективе, конечно же, по американцу. Далее, что касаемо евро, евро у нас вчера, да, еще в первой половине, соответственно, в первой половине дня выполнил условия в плане наших рассмотрения покупок, и мы эти покупки рассмотрели, то есть было пробитие зоны 1.18, закрепление выше данной границы, да, соответственно, мы, во-первых, уже, да, подошли к нашему предыдущему среднесрочному максимуму, что немаловажно, да, то есть это одна из наших таких целей была. И далее у нас следующая зона, конечно, здесь у меня как раз таки стоит мой take profit, это граница 118.76. Позитивное настроение. В общем, в целом, вчера у нас, конечно же, в первой половине дня такое, скажем, было сначала укрепление, да, евровалюты, и впоследствии уже на американской сессии флетовые зоны образовались, да, и по большинству инструментов, в принципе, если посмотреть, вот, и даже по тем инструментам, да, которые, в принципе, ну, скажем так, двигаются, да, достаточно неплохо, некоторые есть, да, были в полном флете. Ну, мы вчера тоже про это говорили, в принципе, я предупреждал, что здесь может быть флет, мы его, в принципе, и получили. Вот. Но зато есть очень хорошая, благоприятная ситуация сложилась, да, по там некоторым инструментам, вот чуть позже расскажу. Так, вижу у нас комментарий, что там от инвестинга, США, черная пятница, 13.00, как понимать, США, черная пятница, раннее закрытие, 13.00 по Америке. Ну, так и в прямом смысле понимать закрытие. Вот, что касаемо черной пятницы, тут появилась информация, не знаю, как бы оправданно, правдивая, неправдивая, в СМИ, соответственно, что в Европе пытаются там, ну, скажем так, сделать забастовку, да, вот именно по Черной пятнице, и вот крупные склады, да, крупных там, соответственно, брендов, магазинов, да, то есть здесь уже самое главное, рабочие, да, пытаются в этот вот именно период и сегодня в этот день, да, пытаются показать о том, что те условия, которые есть, да, в которых они работают, то есть их не устраивает, да, и вот эта забастовка, это самое главное, показать там тому же руководству, да, что нужно все-таки пересмотреть условия, да, в которых работают вот рабочие, и тем самым, да, сорвать вот эту вот черную
пятницу так называемую, да. Вот, посмотрим, конечно, ну, по времени закрытия, да, вот, собственно, первая половина дня, ну, посмотрим. Может быть, это правда, может быть, это просто кто-то написал, да, скажем, что, ну, и неподтвержденная такая информация, да, фактор. Вот, пока, ну, в любом случае она состоится, да, то есть уже давно все, да, запланировано все-таки, да, и это уже как традиция идет из года в год, да, то есть Черная пятница. Без там определенных каких-то ограничений временных рамок, в том числе. Даже если будет где-то в определенных зонах, да, вот если мы говорим о еврозоне, да, забастовки, то есть вот Германия в основном выразила, да, вот такое вот мнение о том, что будут, возможно, забастовки, да, там в отдельных, скажем так, городах. И Италия тоже самое, там в отдельных городах, возможно, от забастовки рабочих на складах. Вот такой вот момент, это я вот буквально недавно просмотрел, почитал, да, но опять же, это СМИ, понятно, что там может быть просто вот информация, скажем так, для того, чтобы, ну, рынок маленько разогнать, да, расшевелить в том числе, да, то есть, ну, и, как я уже сказал, да, это может быть, скажем так, информация не подтвержденная абсолютно, но тем не менее, конечно же, мы когда смотрим, читаем, все равно обращаем внимание свое. Вот, есть небольшое напряжение в связи с этим, ну, тем не менее, в любом случае мы с вами опираемся и на факты, да, и самое главное все-таки, да, ну и, конечно же, определенные прогнозы уже в цифрах в том числе. Значит, что касаемо евро, да, у нас нацеленность определенно есть. Вчера у нас Америка отдыхала, событий, новостей, понятно, у нас никаких не было. Что касаемо еврозоны, у нас вчера были определенные данные, статистика, предварительная оценка от Market Economics, которая показала, что рост активности в частном секторе в еврозоне в ноябре усилился. То есть это такой позитивный момент был для краткосрочного роста. Композитный индекс PMI, который отражает уже изменения активности в секторе производства и в секторе услуг, да, увеличился до 57,5. В ноябре месяце со значения 56 за октябрь. То есть это был самый высокий рост с апреля 2011 года, показатель, в принципе, ну и прогнозировался индекс на уровне 56, ровно, то есть без изменений, да, скажем так. Между тем, производственный индекс менеджеров по закупам в ноябре поднялся до 60 со значения 58,5 месяца ранее. Ожидалось, что уровень составит 58,3. Ну и аналогичным образом индекс PMI в секторе услуг также вырос до значения 56,2 в ноябре месяце против значения 55 ровно за октябрь месяц. Экономисты прогнозировали улучшение показателя до 55,1. То есть также цифра вышла лучше ожиданий, да, и лучше предыдущих значений за предыдущий период. Вот, собственно, такой вот был позитивчик небольшой, да, что позволило немного в европейскую сессию, да, соответственно, в первой половине дня укрепить краткосрочно евро и продолжить рост. То есть сейчас у нас идет формирование очередного максимума. То есть двигаемся наверх. Соответственно, вот здесь вот мы видим, да, идет формирование. Ну и пока сегодня, да, видим, что первая половина дня для евро-доллара проходит в полном флете. Ну и, конечно, ожидание выхода европейских событий. Ну и главное, конечно, сегодня все для нас, в том числе, да, мы будем заострять внимание именно на Америку, открытие и оживление, конечно же, американских крупных участников на рынке, повышение динамики. Это для нас будет иметь наибольшее значение все-таки. Вот таким образом, поэтому у нас, скажем так, ближайшая цель, да, которая отмечалась в том числе, да, то есть она у нас сегодня эта цель выполнилась, да, то есть, ну и следующая у нас конечная зона пока только в рамках, в
приоритете достижения, но при этом, если открыты позиции, да, то есть уже непосредственно перед открытием Америки желательно, да, позиции все свои подкорректировать. Передвижение стоп-лоссов без убыток, я это сделал в том числе, да, потому что возможен активный рост американца. Вот, поэтому это, конечно же, повлияет негативно на евровалюту, да, и возможно формирование внутреннего максимума, да, и разворот движения вниз непосредственно, движение коррекции. Далее, что касаемо британского фунта. Британский фунт у нас вчера показывал разноправленные движения, сегодня, соответственно, показывает снижение дальнейшее, да, и возврат у нас произошел к зоне 32.88, динамика, то есть формировался у нас внутридневной максимум. При этом у меня, собственно, при пробитии, да, мы вот недавно буквально пробили зону важную, зафиксировать выше границы 32.88, это верхняя граница нашего диапазона, в котором очень долго двигался у нас британский фунт по отношению к доллару, да, и вот буквально недавно мы вот эту границу рамки прошли, сейчас мы вернулись к этой зоне, будем смотреть, да, это вот действительно важная граница. При этом у нас вчера были важные данные статистика. Статистика, которая предоставила нам информацию ведомство управления национальной статистики Великобритании, УНС коротко ее называют, предоставила нам информацию по экономике, да, в Великобритании за третий квартал, да, ВВП так называемый. И информация была достаточно позитивна. В Великобритании экономика расширилась более быстрыми темпами, чем ожидалось, что уже в значительной степени было как раз таки обусловлено частным потреблением, то есть повышение, да, активности. Среди населения валовой внутренний продукт вырос на 0,4%, и уже последовательно вырос, что несколько было выше, быстрее, чем 0,3% роста во втором квартале. То есть, ну и, соответственно, этот процент, да, он соответствовал первой оценке, опубликованной, которая была опубликована 25 октября, ну и мы тоже с вами ее рассматривали. Да. И ежегодный рост ВВП в третьем квартале поддерживался на уровне 1,5% и был в соответствии с предварительной оценкой также, да, соответствовал прогнозам. И распределение ВВП уже на стороне производства показало, что сектор услуг по-прежнему обеспечил самый сильный вклад в рост ВВП. При этом рост выпуска составил 0,4%. То есть, ну и в целом производство уже выросло на 1,1%, в рамках которого уже производство в обрабатывающей именно промышленности также выросло на 1,1%, соответственно. Выпуск ферм незначительно вырос на 0,2%, то есть строительство сократилось на 0,9%, сокращение показало. Что касается расходов уже домашних хозяйств, да, они выросли на 0,6%, а госрасходы выросли на 0,3%, соответственно. Валовое накопление основного капитала увеличилось на 0,2%, и общий объем торгового экспорта сократился на 0,7%, общий импорт увеличился на 1,1%. Вот. И также у нас еще была одна статистика, отчет, представлен тем же УНС, показал, что объем коммерческих инвестиций увеличился всего лишь на 0,2%. Вот, незначительно, до общего значения 45,8 миллиарда фунтов стерлингов, со значения 45,7 миллиарда фунтов стерлингов в предыдущем квартале. То есть аналитики ожидали все-таки большего роста на 0,4%. То есть это уже такой негативный фактор, говорит о том, что все-таки проявляется осторожность, да, в плане вот именно инвестиций коммерческих, и, конечно же, эта осторожность связана вот с этим Брекзитом, так называемым. Да? И вот, кстати говоря, сегодня важная информация. Тереза Мэй встречается с главой Еврокомиссии, с Дональдом Туском, будет обсуждать, опять же, вопросы будущего, да, будущей повестки и будущего этапа переговоров, который будет в декабре месяце, мы ожидаем, там с 12 по 14 число, будет уже официальные переговоры, да, будут встречаться
стороны, да, две стороны, соответственно, со стороны Британии, да, и со стороны Евросоюза, и будут обсуждать важные для себя моменты, вопросы. И главное, конечно же, продвижение. В этапе, да, продвижение переговоров вперед обсуждается. Вот, и сегодня будет встреча двух лидеров, скажем так, да, и посмотрим, что будет. Реакция, конечно же, должна быть все-таки. Участники будут отслеживать комментарии все-таки. И нацеленность, да, Терезы Мэй в продвижении прежде всего, да, то, что она скажет, какие будут комментарии. Ждем, конечно же, появления информации в источниках. Ну, я думаю, что там либо Reuters, либо Bloomberg опубликует, да, все-таки данную информацию. Мы будем отслеживать уже. Вот. Ну и в том числе у нас на наших информ-сайтах агентства появится эта информация в любом случае. Вот. Будем наблюдать, и, конечно же, реакция для нас самое главное. Если все-таки будет у нас сигнал позитивный, да, в плане того, что все-таки ожидается продвижение, да, и что есть готовность Терезы Мэй, да, пойти на уступки и условия, самое главное, да, Еврокомиссии, да, условия, а самое главное, одно из самых главных все-таки условий для продвижения переговоров, да, и достижения уже вот каких-то результатов, это, конечно же, обязательство, которое должна взять на себя Британия, да, именно в плане выплаты, денежной выплаты. Вот, пока величина неизвестна, еще конкретные цифры не обсуждалось, да, и Тереза Мэй про это не говорит, но есть уже информация, да, которая появлялась у нас ранее в СМИ, да, что сумма может быть увеличена, да, и которая была изначально оговаривалась, да, там изначально сумма была 20 миллиардов фунтов, сейчас эта сумма может увеличиться вдвое практически, да, вот, но опять же это все, я думаю, будет уже на самом саммите, да, который будет проводиться в Брюсселе, и вот в декабре месяце уже по факту, я думаю, мы узнаем, есть ли прогресс, будет ли прогресс, либо его все-таки не, если прогресса не будет, но для британского фунта это будет такой очень краткосрочной катастрофой. Я думаю, что участники рынка отреагируют, тем более есть определенные условия, которые поставлены, да, скажем так, перед Терезой Мэй, да, которая вот тоже относительно недавно в октябре выступала на экономическом форуме внутри страны Британии, да, соответственно, выступала перед представителями бизнеса, крупными компаниями, да, то есть и крупные компании, скажем, поставили определенную задачу, да, дать определенность до конца года. Определенность в плане, ну вот, продвижения и согласования будущей торговой сделки, отношений там, с точки зрения внешнеэкономической деятельности, да, отношений там, Европы и Британии. Да, то есть, и если эта информация будет определенной, да, если будет готовность, да, обговаривать вот этот вот процесс по торговой новой сделке, да, между компаниями Европы и Британии, вот это будет очень хорошим позитивным и заделом для роста британской валюты. Если этого не произойдет, естественно, это будет негативный фактор. Вот, поэтому мы ждем. Пока неопределенность присутствует, и эта неопределенность, она только мешает росту британского фунта, прежде всего, да, в общем целом, если посмотреть, у нас пока британский фунт в этом году, да, показал положительную траекторию роста, да, то есть у нас есть среднесрочный восходящий тренд, при этом, конечно же, мы видели ослабление, да, этого тренда, но при этом по факту ослабления, да, то есть сейчас мы видим, что цена постепенно пытается выправиться, да, и рост продолжается, но тренд там со временем становится все более и более пологим. Все-таки это говорит о том, что среднесрочно участники, крупные участники корректируют свою ситуацию, да, свои позиции и постепенно уменьшают свой объем по фунту, да, то есть и тем самым снижается открытый интерес, да, к данной валюте участников рынка. Только идет такое постепенное дугообразное движение, возможно, такой разворот. Вот. Ну, посмотрим,
все вот будет зависеть в том числе от политических факторов, потому что экономические факторы в общем целом достаточно позитивны на самом деле. И эти факторы, да, то есть они помогают на текущий момент, да, поддерживать и краткосрочно, прежде всего, поддерживать британский фунт. Все-таки давать позитив крупным участникам, да, то есть что экономическая ситуация пока, да, условия составляющие, ну, достаточно неплохо все выглядит. Вот, плюс центральный банк, да, тоже там определенными, скажем, в определенных этапах, да, пытается тоже дать позитив, поддержать участников в общем целом. Вот такой момент. Поэтому ждем, конечно, у нас, ну, сегодня в том числе, да, открытие Америки, понятно, то есть у нас может быть продолжено, к сожалению, снижение, да, для меня, что у меня открыта покупка, давление на британский фунт. Вот, посмотрим еще, конечно, у нас сегодня там порция статистики будет, данных, вот, которая может поправить ситуацию. Но в любом случае, самое главное, что мы увидели с точки зрения технической картины, если мы не касаемся там других факторов, да, там фундаментальных факторов, и здесь, конечно же, для нас произошло действительно вот то, что мы в принципе рассматривали, да, возможность закрепления пробития верхней границы, да, то есть сейчас у нас просто произошел сразу же, да, мы практически вернулись РТС к границе, к этой зоне верхней. В верхней зоне сейчас будем смотреть, как цена себя, как участники поведут себя по факту, да, у этой границы. То есть, ну, на текущий момент мы просто тестируем данную зону. Вот и все. То есть происходит тест, и если у нас по факту отсюда будет разворот формирования внутридневного минимума, да, то есть в этом случае, конечно же, мы будем ждать сразу же, во-первых, достижения зоны 33.50. Это наша первоочередная зона, цель, да, по факту пробития. И дальше уже движение пробития 33.50, закрепление выше данной границы и движение главной нашей цели, это 34.48. Вот, будем смотреть, пока все стабильно. Так. Индикатор по скайпу все работает. Ну, ладно, все, рад, что все работает отлично. Так, американская сессия. Подарки они покупают на Рождество, начало распродаж. Каждую последнюю пятницу ноября. Да, совершенно верно, Степан. Каждую последнюю пятницу ноября, последняя неделя, скажем так, да, как правило, ноября, происходит вот это вот событие знаменательное для всего мира, да, в том числе и у нас в России, да, тоже идут активные, сегодня будут активные распродажи, большие скидки в магазинах, поэтому тоже можно сегодня чего-нибудь прикупить, скажем так. Вот, дальше идем. Значит, что касаемо доллар-франка. Доллар-франк, мы вчера об этом говорили, проведет, скорее всего, во флете, он так и сделал, да, в принципе, провел во флете, полный флет, сегодня этот флет продолжается, ну и, конечно же, что касаемо франка, доллар-франка, да, мы ждем открытия Америки, которое даст нам вот динамику, толчок, и, опять же, зона 98.13, мы от этой границы ждем все-таки разворота и формирования сначала внутридневного минимума и далее уже возможно, да, то есть формирование среднесрочной границы минимума, конец вот этой вот такой вот уже затяжной коррекции, да, затяжная коррекция, которая началась по факту, да, у нас началась она, получается, 8 числа, с 8, да, вот уже две недели, да, мы вот двигаемся в нисходящем направлении, то есть и формируем до сих пор, да, этот процесс формирования происходит, то есть, ну и вот граница 98.13 может стать вот такой вот зоной, где у нас откуда у нас произойдет разворот, да, и отсюда, конечно, мы уже будем рассматривать, у нас есть условия, а рассматриваем мы покупки, только покупки по паре доллар
франк. И главным образом у нас идет завязка именно на долговой рынок. Вот чтобы нам убедиться в развороте, да, мы будем мониторить параллельно, да, именно вот что касаемо франка. Да, то есть очень серьезные такие укрепления, да, это как итог бегства крупных участников, инвесторов от рисков, соответственно, от сильных потрясений динамики на фондовых площадках, да, на долговом рынке. Ну и у нас есть определенные условия, да, это опять же условия, во-первых, пробитие границы 98.55, закрепление выше данной зоны, мы будем рассматривать первоначально, да, открытие наших покупок с ближайшей зоной целью 99.24. Ну и далее уже, скажем так, более уверенные покупки последуют по факту пробития и закрепления выше данной зоны 92.24 и обновления двух предыдущих максимумов внутри дня, которые у нас сформировались, да, то есть уже полная нацеленность на активизацию, да, покупателей и, конечно же, продолжение активных спекулятивных действий, да, которые у нас были, да, до этого момента, сентябрь, октябрь, вот эти вот активные действия, которые привели к хорошим однонаправленным движениям цены, да, то есть и, конечно же, применение определенной спекулятивной стратегии, да, которая называется carry trade, мы вот частенько о ней говорим, вот доллар-франк, да, мы можем наблюдать, вот есть определенные периоды, как правило, это осенний период, да, там четвертый квартал, когда идет именно вот эта вот активизация, скажем так, да, и также это связано с японской валютой, да, и пары доллар-иена, аналогичная, в принципе, ситуация. Вот, поэтому сегодня, конечно же, мы ждем с вами, ждем изменений, ждем Америку и повышение динамики, да, повышение ликвидности, объема торгов, потому что, конечно, вчера объемы торгов по доллар-франку были ничтожные, просто-напросто, ну и, конечно, как итог, да, мы вот наблюдаем полный флет. Ну и сегодня пока особой динамики мы не наблюдаем, первая половина дня, поэтому ждем. Условия есть, покупки наши, мониторинги, да, то есть может быть следующая неделя, да, скорее всего, нам уже покажет фактор того, чтобы нам рассмотреть все-таки покупки и достижение наших условий пробития зоны 98.55. Что касаемо иены, здесь ситуация поинтереснее. В каком плане? В плане того, что сегодня у нас доллар-иена покажет рост пара. Да, это такой небольшой инсайт вам, скажем так, воспринимайте как хотите. Я вот сегодня с утра, прям с самого утра открыл позицию, открыл покупку, соответственно. Стоп спрятал за ближайший минимум предыдущей дневной свечи. Вот здесь у нас мы видим, тоже был полный флет, при этом у нас здесь дневная свеча, да, по, если рассматривать, да, конфигурации, то есть здесь мы видим, да, без абсолютного какого-то там тела, то есть не было ни роста, ни снижения показано, да, и, соответственно, цена открытия и закрытия, они были на одном уровне, то есть закрытие сформировалось, да, на том же практически уровне, то есть это фактор тому, что следующая дневная свеча, как правило, да, формируется уже в противоположном направлении от предыдущих свечей, да, то есть, ну и сегодня будет у нас белая дневная свеча показана, да, соответственно, рост. Краткосрочные покупки сегодня более актуальны, да, по паре доллар-иена. Ближайшая зона цели у нас к покупкам это 111.62, это ближайшая зона, ну и далее следующая граница, как раз таки у этой границы у меня стоит мой take profit, да, это зона 112.06. Посмотрим, и что касаемо пары доллар-иена, да, сегодня у нас доллар-иена, да, небольшой рост пока в первой половине дня показывает, и плюс, конечно же, мы ждем процесс формирования очередного среднесрочного минимума у нас происходит, то есть коррекция, также аналогично все привязываем к долговому рынку. Да, аналогично паре доллар-франк в этом плане. То есть если у нас доходность американских бумаг будет расти, то есть здесь мы увидим уже однозначные действия, да, по росту пары доллар
доллар, японская иена и, конечно же, уже уход от японской иены, закрытие лонговых позиций по иене, да, сокращение объема позиций, сокращение интереса, и это все приведет, конечно же, к росту пары доллар-японская иена. Вот, значит, что касаемо сегодняшних информаций, данных, да, у нас особо ничего интересного не было, да, с точки зрения статистики, да, новостей по Японии, что могло так вот кардинально повлиять, да, на пару и на иену конкретно, да, поэтому здесь, в принципе, больше уже и обсуждать нечего, поэтому... Поэтому сегодня, да, вот есть определенный момент такой, да, когда можно заработать, да, там практически однозначно с уверенностью и краткосрочно заработать прежде всего. Поэтому, может быть, кто-то так же, как и я, уже стоит так в покупках, скажем так, по доллар-иене, да, и ждем повышения динамики, активности и, самое главное, американская сессия, которая может добавить, да, вот этой вот активности, так называемой, и, скорее всего, она сегодня добавит, поэтому будем смотреть. Вот, ну и плюс уже по факту, да, движение в нашу сторону, там уже также для суперконсерваторов, да, желательно подкорректировать свою позицию перед движением стопа в безубыток, чтобы спокойненько сидеть, ждать, смотреть достижения нашей цели краткосрочной. Далее, что касаемо доллар канадца, доллар канадец у нас вчера, да, вчера сформировал внутридневной минимум, то есть мы показываем сейчас разворот от границы тысячи, 1.2687, конечно же, то есть от этой границы мы сейчас разворачиваемся после небольшой такой флетовой зоны и тестирования данной границы, идем постепенно к зоне 2779, ну, соответственно, у нас с вами есть что? У нас с вами есть цель, задача, да, по открытию позиции, а позицию мы будем открывать уже по факту пробития зоны 2779 и закрепления выше данной зоны. То есть, ну и тут у нас уже, если вот это произойдет, да, ну, как правило, это уже следующая неделя будет, скорее всего, да, следующая неделя. И здесь у нас первая цель будет аналогична, да, 28.32, и дальше уже со второго захода, соответственно, мы достигнем зону 1.29, это наша конечная зона цель, и это зона, где у нас был сформирован предыдущий максимум, среднесрочный максимум, да, вот вообще, вот, скажем так, текущего года, да, если не считать, конечно же, если не считать нисходящей тенденции, да, ну, именно восходящей тенденции у нас это является среднесрочным максимумом. Нисходящая тенденция, конечно, у нас максимум, который был сформирован в начале года, да, там, в начале мая месяца. Вот здесь был максимум. Вот. Сейчас пока мы видим, есть по факту, скажем так, замедление, да, которое у нас произошло, замедление после такого вот ослабления, и, конечно, связано с ослаблением прежде всего американца, ну и рост канадской валюты в том числе, да, по факту укрепление рынка черного золота, да, то есть рост котировок нефтяных. Вот это тоже такой вот позитивный момент для канадца был предыдущие два дня, да, то есть и вот как раз эта неделя показывает такое вот ослабление темпов роста пары, да, канадский доллар. Еще важный момент, на который нужно обратить внимание все-таки, да, вчера, почему у нас, вот, скажем так, произошел рост пары, да, небольшое ослабление канадской валюты было на фоне данных статистики по розничным продажам в Канаде, и вчера мы говорили, что нужно обратить внимание на эти данные, и статистика по факту, цифры вышли хуже ожиданий, хуже прогнозов, то есть данные уже, которые были представлены нам статистическим ведомством, управлением Канады, показали, что розничные продажи в стране выросли гораздо меньше, чем ожидалось за сентябрь месяц, поскольку уже именно повышение цен на бензин было компенсировано снижением покупок автомобилей и одежды.
Да, то есть так вот. Согласно уже отчету, объемы продаж выросли всего на 0,1% относительно августа. При этом экономисты прогнозировали увеличение аж на 0,9%. В то время как уже в стоимостном таком выражении, да, если говорить о стоимости и выражении продаж, они были сокращены на 0,6%. И кроме того, падение продаж за август было пересмотрено уже в сторону улучшения до минус 0,1 со значением минус 0,3. Вот такие вот были у нас данные по Канаде вчера. И то, что мы увидели, да, в принципе, такое вот незначительное внутридневное давление на канадский доллар. И как следствие, конечно же, такой вот по технической картине у нас разворот формирования минимума. Вот сегодня пока мы видим особых таких сильных сподвижек нету. Доллар канадец у нас ждет американская сессия открытия, да, появление крупных участников американских прежде всего. Ну и дальше параллельно также не забываем смотреть все-таки за рынком черного золота, да, который вот в том числе корректирует ситуацию по канадцу, дает периодически такое укрепление канадскому доллару. Драйвер такой положительный в этом году, положительный драйвер для канадцев в плане роста. И самое главное, самый главный положительный драйвер именно для роста экономики Канады в этом году, да, были ускорены темпы роста, да, которые были выше ожиданий от Центробанка. И уже в свою очередь ранее как раз таки на этом фоне, да, фоне значительного превышения прогнозов, Центробанк Канады принял решение важное повысить процентную ставку впервые за много лет. Он это сделал, и была очень серьезная, сильная реакция, неожиданность для рынка, очень хорошо укрепил канадцев, просто укрепление было там на протяжении 2-3 дней. Практически бескоррекционный рост канадца, ну и снижение пары, как следствие, конечно же, мы увидели. Вот, сейчас, в общем-то, постепенно у нас пара доллар-канадец восстанавливается, канадский доллар и экономика, конечно же, уже не будет показывать таких сильных темпов роста, да, то есть здесь уже идет ослабление, и на фоне этого ослабления, конечно же, замедление роста и ослабление канадского доллара происходит. Вот такой вот момент. Поэтому, чтобы нам присутствовать в покупках, мы, конечно, ждем достижения наших условий. Пробитие 27.79. Далее, что касаемо австралийца. Австралиец у нас во флете. Вчера показывал флет, да, сегодня флет показывает. Ну и австралиец также будет у нас ждать сегодня. Будет ждать, конечно же, Америку, открытие, да, то есть, ну и мы с вами ждем, у нас сейчас, да, идет коррекция и процесс формирования среднесрочного максимума очередного, то есть у нас четко выраженный яркий тренд наблюдается, да, среднесрочный тренд изменения, то есть продажи есть, ослабление австралийского доллара происходит у нас, и происходит как раз таки на фоне того, что, во-первых, должна быть оптимизация курса, да, по отношению к курсам валют партнера, да, с которыми активно сотрудничает Австралия, да, в плане внешнеэкономической деятельности. Это обязательное условие для того, чтобы все-таки улучшить темпы роста экономики, да, и увеличить экспорт, соответственно, сейчас эти действия напрямую отражаются и вливаются вот в такую вот динамику, то, что происходит. Ну и периодически, конечно же, укрепление краткосрочное австралийского доллара, без этого никуда, да, и связано, опять же, и с ослаблением американцев прежде всего. Вот, поэтому будем с вами смотреть, пока процесс вот этот, вот, да, скажем так, формирование, который возможен, да, формирование максимума там в ближайшие вот дни, да, и там следующая неделя, конечно, по факту уже нам покажет этот разворот, который мы ждем, конечно же. Вот, и пока вне рынка, ну и условия наши, да, присутствие, рассматриваем мы с вами продажи рассматривать будем по пробитию зоны 75.58. Закрепление ниже данной границы. Ну и здесь у нас есть две цели. Краткосрочная первая цель непосредственно по
продажам, да, краткосрочным. Для краткосрочников 75.05 будет рассматривать для себя, и конечная зона 74.43. Так, секундочку, прервусь, я вижу, тут у нас новые комментарии появляются, по фунту идет расширяющая формация, отработал цели 1.2983, считаю, что он сейчас туда направится. Так, на Daily виден восходящий тренд по Audi. Восходящий тренд, где? Соответственно, восходящий тренд. У нас он был восходящий тренд, среднесрочный, да, восходящий тренд в этом году, который формировался. Но этот восходящий тренд, да, он у нас по факту, да, уже по нашим критериям, да, по правилам формирования, да, уже у нас, соответственно, новый формируется, новый тренд среднесрочный, да, и он уже для австралийца, он уже нисходящий. Да, если смотреть по другим таймфреймам, да, то есть, ну вот, соответственно, таймфрейм, который недельный, да, то есть, ну, недельный таймфрейм, да, здесь я с вами согласен. По недельке у нас здесь показания восходящего тренда, да, то есть у нас вот они были два предыдущих минимума сформированы. Да, и, соответственно, обновлен был максимум недавно. Сейчас у нас процесс формирования уже вот такого долгосрочного, да, именно долгосрочного минимума происходит. И пока вот у нас траектория, при этом, если смотреть, да, ту же траекторию, соответственно, вот у нас эта траектория идет. Что мы наблюдаем сейчас, да, наблюдаем вот то самое. Так вот сделаем. Вот таким образом, да, то есть, ну, попытки, да, идут отбоя, да, если мы говорим о недельном таймфрейме, все-таки недельный таймфрейм, вот, если мы сюда еще к нашей технической картине недельной, да, картине приплетем вот эти все факторы, которые мы рассматриваем, да, фундаментальный фактор, экономические перспективы, собственно, и денежно-кредитную политику, да, компании, то тут уже ситуация маленько меняется, в том числе. Поэтому такой вот момент, а на дневном таймфрейме здесь уже, ну, ситуация поменялась на самом деле, да, то есть в сторону именно снижения пары. Посмотрим, конечно же. Вот сейчас пока у нас коррекция происходит от нашего нисходящего тренда, да, то есть, ну и ждем, где у нас будет сформирован очередной максимум по австралийцу. Так, далее у нас новозеландец. Здесь тоже аналогичная ситуация, дневной таймфрейм, да, то есть нисходящий тренд у нас формируется. Недавно у нас был обновлен среднесрочный минимум, да, то есть важный момент, нацеленность продаж присутствует, да, соответственно, и ослабление новозеландского доллара. Сейчас мы дошли до важной зоны ретест к сильной границе 68.90 и тестируем данную зону, идут попытки разворота, да, ну и мы, конечно же, ждем с вами этого разворота для того, чтобы поприсутствовать в продажах, да, присутствие продаж, и сегодня в том числе будем ждать самое главное, да, открытие, во-первых, Америки, да, и по факту разворота уже будем рассматривать продажи. Ближайшая зона цели у нас по продажам — это зона 68.22, и далее более активные продажи у нас уже пойдут с пробитием вот этой вот границы, нашей нижней границы диапазона 68.22. Закрепление ниже данной зоны, и цель у нас будет с вами 67.35 в этом случае. Вот. Плюс сегодня у нас была статистика, новости по Новой Зеландии, статистика по торговому балансу, да, то есть мы тоже с вами отмечали момент. И уже
что можно отметить, согласно данным, да, Бюро статистики Новой Зеландии, был дефицит торгового баланса в октябре, который сократился, тем не менее, да, по сравнению с сентябрем месяцем. И дефицит у нас составил 871 миллион новозеландских долларов, да, дефицит торгового баланса, по сравнению с предыдущей величиной за сентябрь, который был показан, да, то есть минус 1143. Соответственно, величина была. Экономисты ожидали при этом снижения, снижения до минус 760, да, 760 миллионов новозеландских долларов. Вот. Но при этом дефицит, да, дефицит, говорящий о том, что идет преобладание именно импорта. Да, сокращение экспорта произошло за определенный период с учетом того, что новозеландский доллар у нас находился в переоцененном состоянии. То есть это вот такое негативное влияние. Что касаемо спроса, увеличение спроса на экспорт из Новой Зеландии привел к сокращению дефицита вот на текущий момент, да, благодаря тому, что вот новозеландский доллар у нас с октября месяца, да, пошел на снижение. Это вот привело к тому, что немного сократился отрицательный вот этот вот баланс, да, дефицит сократился. Экспорт из Новой Зеландии за месяц вырос на 4,56 миллиарда новозеландских долларов в октябре, со значения 3,78 миллиарда новозеландских долларов в сентябре месяце. В свою очередь, импорт увеличился до значения 5,43, да, то есть он увеличился выше, больше, да, чем экспорт. 5,43 миллиарда и увеличился он со значения 4,92 миллиарда новозеландских долларов, которое было показано ранее, месяцем ранее, за сентябрь. Рост импорта был в основном связан с увеличением продаж техники из-за рубежа, прежде всего, а также автомобилей и топлива, которое активно закупалось. Вот такие были новости. Статистика незначительно повлияла, незначительно на такое небольшое снижение, но тем не менее сегодня пока новозеландец у нас во флете, и продолжаем мы тестировать просто-напросто границу 68-90, ждем формирования очередного максимума для начала внутри дня, да, потом, соответственно, среднесрочного максимума и конец коррекции уже, которая у нас началась на этой неделе, да, в начале недели. И вот три дня, да, у нас подряд новозеландский доллар укреплялся, да, против американца. Вот. Ну и, конечно же, один из главных факторов, это, естественно, широкомасштабное ослабление американского доллара, вот привело в том числе, да, к такому вот ослаблению. Поэтому ждем, условия есть, ждем достижения условий и будем рассматривать с вами позиции открытия. Далее, что касаемо золота, золото тоже пока у нас ничего интересного. Находимся во флете, в узком диапазоне двигаемся, 1289.95, 1295.26, и мы с вами ждем, конечно же, формирования очередного среднесрочного максимума движения. У нас есть пока еще среднесрочный восходящий тренд, у нас есть факт замедления роста среднесрочного, и также золото мы с вами увязываем, да, на именно долговой рынок, да, то есть долгосрочную ставку и рост, самое главное, доходность, которая может привести к конкретному действию со стороны крупных участников, да, и, конечно же, уход от золота, соответственно, сокращение позиций интереса к золоту приведет к его развороту, ослабления, да, и, конечно же, уже факт роста американского доллара, да, к спросу на американскую валюту. Вот, поддержание спроса, вот это главный фактор, и вот три наших инструмента актива мы завязываем конкретно на долговой рынок на текущий момент, да, влияние, так как эти инструменты являются активами убежищ, да, то есть и франк, и иена, и золото, соответственно, то есть реагирует на один
общеизвестный наш фактор. Поэтому мы четко увязываем на этот фактор и будем наблюдать, смотреть, да, и комментировать ситуацию. Как только будет исправление, мы сразу же увидим, да, по этим трем инструментам движение в одну сторону, да, то есть, соответственно, при росте, конечно, золото будет ослабляться, снижение будет, да, соответственно, франк будет ослабляться, и японская иена тоже покажет ослабление против американцев. Вот такой вот момент. Пока ничего интересного у нас нету, мы видим, да, второй день стоим на месте во флете, ждем формирования. Ну и у нас есть условия, прежде всего, когда мы рассматриваем возможность продаж. Да, продажи у нас будут с вами по факту пробитие 1271.09, да, то есть у нас краткосрочные продажи для начала, да, для того, чтобы нам вернуться сначала к сильной зоне 1263.52, и далее уже, если мы пробьем границу 1263.52, тут уже давайте лучше на дневку переключимся, и обновим два предыдущих среднесрочных минимума, вот здесь уже мы увидим нацеленность участников рынка поменять ситуацию, и самое главное, смена настроений среднесрочных, да, то есть уже здесь будет преобладание продавцов, объемы продаж будут присутствовать, сокращение общей чистой позиции по золоту, да, приведет к смене среднесрочных перспектив тренда. Ну и, конечно, уже после пробития 1263.52 можно уже практически закрытыми глазами просто открывать продажу, да, и выбирать для себя цели. Вот. Ближайшая цель у нас будет, конечно, после пробития для краткосрочников 1252.50 можно рассмотреть, 1244.16 и конечная цель 1237.07. Движение уже к этой границе у нас будет происходить. Цель основная. Так, дальше. Секундочку, тут у нас новые комментарии. Молочка у них в цене падает, а это их основной экспорт. Ну да, молочная продукция — это один из таких основных у них ресурсов, да, по экспорту молочной продукции. Так, снова упала в цене, отмечал на обзоре вчера, по-моему. Так, политика у них там, перетрубация. Ну, по поводу политики, да, мы неоднократно об этом говорили, конечно же, это такой негативный фактор, конечно же, потому что смена всегда, да, смена администрации, перестановки, отставки — это все негативный фактор для национальной валюты, приводящий уже к конкретным определенным действиям, да, именно к ослаблению. Вот, то, что сейчас происходит, ну, уже основной процесс, да, так называемой перетрубации уже прошел, да, то есть уже есть смена, да, администрации, сейчас, конечно, новые действия, соответственно, новый глава резервного банка Новой Зеландии, вот, и, конечно, эти факторы неопределенности всегда негативны для рынка. Так, отток населения у них, это у кого интересно, Андрей, маленько уточните, это вы имеете в виду Новую Зеландию, отток населения, или, может быть, вы про какую-то другую страну. Далее, значит, последний актив, который мы сегодня рассмотрим, это пара доллар-рубль. Ну, вчера мы увидели, во-первых, гэп, да, и уже вторая половина дня, да, то есть у нас была флетовая зона, тестировали границу 58.28. Вот. В нашем случае у нас идет формирование среднесрочного минимума на текущий момент. Да, то есть ждем формирования минимума, разворота, и рассматриваем покупки. Покупки мы будем рассматривать уже с тем, что, во-первых, мы обновили очередной внутренний минимум. Покупки по факту пробития закрепления выше зоны 58.53. Здесь у нас ближайшие зоны цели по покупкам 58.85, 59.16 и, соответственно, 59.66. Конечная зона 60 ровно. Ну, понятно, что на этой неделе у нас последний торговый день, да, все-таки. Здесь уже участники будут более осторожны в плане, да, активизации.
действий. Вот, и уже будут думать о закрытии своей позиции перед выходными, конечно же, наши участники. Вот, поэтому следующая неделя, конечно, в плане позиции открытия будет более актуальна. Ну, сегодня в любом случае смотрим, у нас начало торгового дня все еще впереди, в принципе, да, и оживление возможно. Плюс, конечно же, американский рынок, да, открытие тоже добавит оживление все-таки по паре доллар-рубль. Будем смотреть, ну и далее там, краткосрочную покупку именно с ближайшей целью. Если будет у нас выполнено в ближайшее время наши условия, можно будет рассмотреть. Так, ну и давайте посмотрим, что у нас интересного будет на сегодня в плане событий. Так, Швейцария в 11.15, у нас промпроизводство, статистика, третий квартал по году. Ну вот, к сожалению, прогнозов у нас нету, отсутствия. Да? Индекс делового оптимизма, оценки текущей ситуации, индекс, да, и индекс экономических ожиданий, все Германия. Немного это всего лишь чуть-чуть может повлиять на евровалюту. Посмотрим, цифры у нас 116.6, небольшое замедление, ждать 125 и 108.9. Видим, ну, статистика у нас абсолютно смешанная, то есть ждем фактических данных. И незначительное изменение, это может быть там 10-15 пунктов, особо ничего интересного на самом деле не ожидается. Видим, что еврозона сегодня у нас с вами, кроме выступления заместителя главы Виктора Констанцева, вот как раз таки, который может дать оживление, да, и я сегодня говорил о том, что будет встреча, да, между Терезой Мэй все-таки и главой Еврокомиссии. Вот Виктор Констанцева. И, конечно же, нет, имеется в виду, уже все путаюсь, тут какой же он глава Еврокомиссии, то есть это представитель ЕЦБ, да, заместитель главы ЕЦБ Виктор Констанцева, да, заместитель Марио Драги, скажем так, да, а помимо этого еще, конечно же, выступление будет главы Еврокомиссии непосредственно. Вот это отдельно, отдельно, ну и еще один представитель ЕЦБ, да, Кер будет выступать, вот то, что может дать небольшое оживление по евро, да, а статистика, мы видим, в самой еврозоне у нас отсутствует на сегодняшний день. Британия, ну, мы видим, что нету тоже никаких важных сегодня новостей статистики, ну, кроме, опять же, выступление Терезы Мэй, ждем комментариев, естественно, и появление в СМИ информации. Далее открытие Америки, у нас сегодня индекс PMI в производственном секторе, прогноз у нас незначительное увеличение 54,8, индекс деловой активности в секторе услуг тоже незначительный рост ожидается, и составной индекс деловой активности, то есть, ну, тут по факту мы видим, что нету цифры, нету ожиданий. Будем смотреть, это будет все 17.45, и оживление, конечно же, ждем на американской сессии. Так, ну и все, дальше у нас видим, что сегодня вечером больше ничего интересного не будет, по Канаде тоже новостей нету. В общем, в целом, будем обращать внимание на то, что вот на текущий момент мы имеем информационное поле фон, на выступление, и, конечно, ждем достижения наших условий. Доллар-иена сегодня у нас с вами на активном мониторинге, покупки открыты, ждем роста. Сегодня дневная свеча, которая у нас сформируется, да, и сформируется она у нас белым цветом. Еще раз повторюсь, в понедельник мы с вами встретимся, как раз таки обсудим, посмотрим у нас, какие будут перспективы на следующую неделю, да, и посмотрим, как у нас пятница прошла, да, с точки зрения динамики, оживления на рынке. Вот. Всем хочу пожелать на сегодня хорошего настроения, удачи, хороших выходных вам впереди, суббота-воскресенье, да, то есть дадим себе возможность эмоционально немного отдохнуть, восстановиться перед следующей неделей. Вот. Всего доброго и до скорой встречи.